Мы, короче, идем на самый южный пляж России. Не вот этот, который идут от всяких отелей, а туда подальше граница. Так вот, облачно сегодня у нас. Ну и вон там, вон, это Абхазия уже. Вот горы, недалеко совсем. Да, откуда мы приехали день назад. Вроде как это, рукой подать. Все равно ехали, кстати, от Пицунда, где мы находились, до границы. Она сказала, примерно в среднем 70, в общем, километров. Не 40, а 70.